всех зрителей. Это 7-я серия идеального прохождения игры Trill Be The Art of Tech. Только что вы видели, собственно, прохождение этой миссии. Теперь вот как бы подводится итог всех, всей кампании. Все 7 миссий закончены с рейтингом Трилби, общий рейтинг Трилби Джентльмен Во. Ну, собственно, с этой миссией возникла примерно та же ситуация, что и с прошлой. Я несколько недооценил ее сложность. Поэтому после нескольких безуспешных попыток ее пройти, ну как безуспешных, проходить-то ей удавалось, но занимало чуть больше времени, чем нужно, и я максимум в ранг А укладывался. Я решил, опять же, не записывать вступление и комментарии перед, а сначала ее пройти, показать, да, вот это прохождение, а потом дать несколько комментариев пояснительных. Ну, что касается сюжетной линии, то, проникнув, ну, заполучив XJ-юнит, мы связались с компанией, компания предложила обмен XJ-юнит на наши фотографии, но мы, конечно, пошли не честно на сделку, не пошли в открытую туда, где нас ждали, а вломились в их штаб-квартиру, где откуда уже один раз вот в четвертой миссии убегали, ну, теперь мы пришли туда подготовленные. Ну, соответственно, похитили свое, ну, мою фотографию своего лица, которые оказались засвечены, то есть они были бесполезны. Ну и заодно забрали досье на Элизабет Пирот. Ну и на компанию. Там такой как бы лут отдельный, это когда мы там в картотеке полку на букву С обыскиваем, то получается досье на саму компанию. Соответственно, мы находим досье на Элизабет Пироту, где говорится, что она, значит, выполнила задание по устранению своего мужа, принесла присягу как агент компании, но ее первое задание завербовать нас. Ну и, соответственно, она, конечно, сказала, что нет, все было правильно, что она не врала, что она действительно хотела убежать от компании, а XJ-юнит ей бы в этом помог. Ну, мы, соответственно, ее простили и даже оставили ей XJ-юнит. Там, где-то на флагштоке, на уровне там какого-то 50-го этажа на каком-то здании. Ну, что, себе не забрали, мне все по-честному. А кто говорил, что будет легко? Да. Значит, ну это что касается такой сюжета. Теперь что касается особенностей миссии. Ну, во-первых, вход на миссию заслуживает особого внимания. Там, да, вот надо дверь взломать под объективом камеры. При этом дверь полностью на свету. И, ну, в костюме ниндзи это легче сделать, ну, в принципе, там камера очень медленно вращается туда-сюда, то есть у вас есть время на 2, а то и 3 попытки взлома, пока она смотрит в другую сторону. Но все равно, скажем, вот костюм ниндзя, допустим, вот вам не удалось взломать дверь, и когда она смотрит в вашу сторону, ну, камера, и вы можете прижаться к стене, и вас не станет видно. А вот без этого костюма, когда вас видно, ну, на свету, как бы вы прижаты ни были, это, конечно, сложно. Ну, правда, всегда можно на потолок залипнуть. Тоже один из апгрейдов, как бы одно из движений, спецприемов. Ну, я им просто не пользуюсь, потому что костюм ниндзя как-то очень он, ну, делает это лишним. Лишнее телодвижение. Тем более, что так передвигаться нельзя, да, на потолке. Вот. Это первое. Второй момент. Скажем, вот вы можете обратить внимание, что я сразу полез в канализацию и там как-то открыл решетку.
на следующий уровень. Ну, на самом деле, там написано, вот на верхнем этаже, там записка на стене, где говорится, что чтобы открыть вход, надо нажать на третий кирпич слева от второй сливной трубы. Ну, кирпич работает, даже если эту записку не прочесть. Ну, что логично. И местоположение этого кирпича не меняется. Поэтому я не стал тратить время поначалу, опять же, на уход от того лазера, того охранника, хотя там вот и лежат чемодан, и стоит шкаф, который надо обчистить. Но я предпочел отложить это и потом еще там на следующем экране подбор одного чемодана и обчистку одного шкафчика отложить на обратный путь, да, когда уже после битвы с этой батлсферой. Тоже, кстати, знаете, вот такой босс. Ну, хорошая, красивая находка, на самом деле, вот на босс. Вот, казалось бы, ну что там против нас? Гигантского монстра выпустить, которого мы будем тазером отбиваться. А тут вот так обосновано, в принципе, вот показано, обставлено красиво очень. Ну, вообще, молодец этот автор игры, то есть тут и сюжет такой динамичный, цельный. И, ну, в него веришь. То есть это такой триллер. И, ну, вообще, вот атмосфера, вот реализация с этими боссами, там, ну, с этой батлсферой красиво. Да, соответственно, после вот битвы с батлсферой, там все охранники убегают, все лазеры отключены, все камеры отключены, и можно просто сюда пробежать, собрать эти вещи. Ну, конечно, таймер так, поджимает, но, как видите, это вполне реально, и мы там за 7 секунд до конца, даже потеряв уйму времени, то есть я только там с третьей или четвертой попытки открыл эту дверь. Ну, там сложная дверь, конечно, но не знаю. Часто у меня получалось с первой попытки открыть, что-то в этот раз не везло. Ну, какая разница, по большому счету, за 7 секунд до взрыва я убежал или за 17. Ну, чуть медленнее получилось. Конечно, рекорд свой я не побил быстроты прохождения, но все равно результат есть результат. Да. Ну, скажем, еще какой сложный момент. Ну, вот эти, там, когда вы первый раз идете там в архив, за Battlesphere, вот там вот такая сигнализация ползающая, то есть это что тоже можно сказать лазерные лучи, но от них можно скрыться вот только за ящиками, то есть там прижатие к стенке или там пригинание, залипание под потолок, оно не помогает, потому что они как бы вот полностью всю площадь коридора сканируют. А ящики, вот спасибо кому-то за расставленные ящики. Да. Ну, что еще в архиве? Скажем, вот там очень подлая есть дверь. Вот за охранником, который за столом сидит, там за ним в тени дверь. Она ведет на нижний коридор, и там ползают два лазерных луча и охранник. То есть можно вот ошибиться, неправильно выйти из той двери и попасть сразу в лазерные лучи. То есть там надо еще на самом деле чуть стратегического мышления тут иметь и смотреть, что и там происходит, то есть не просто ломиться туда. Это вот тоже очень бывает обидно на марафоне, когда вы прошли вот эти два щитка, прошли прошлую миссию, там где надо было вот изворачиваться под лазерными лучами, прыгать, прижиматься к стене, потом забирать там вещь. Когда вы все это прошли, и потом вот тут на последней миссии из-за собственной глупости все испортили. Хочется кричать очень нехорошие слова. Но в остальном миссия, можно сказать, приятная. Действительно, скилл интенсивная. Ну, еще вот смешной момент там на втором экране. Там есть, вот когда мы щиток перерезали, там три двери.
Соответственно, он, когда один провод, ну, когда какой-то из проводов перерезаешь, он открывает камеру в верхнем левом углу, там, где листочек на стене с цифрой, с первой цифрой кода, который мы потом вводим. А когда какой-то другой перерезаешь, то открываются две другие камеры. Одна, ну, там есть, вот, куда надо прыгать вниз, а во второй сидит, ну, типа какой-то пси, там что-то. Я уже, кстати, точно не помню. То ли не психа какого-то поймали, то ли что-то такое. Ну, в результате у них там типа человек, который вообразил себя вот охранником, но ему рацию дали. То есть на самом деле он вот если вас заметит, то он псих-псих, а поведет себя как нормальный охранник, то есть поднимет тревогу. То есть ему на глаза тоже не надо попадаться. Ну такой, не знаю, элемент комедии. Ну, в целом, как видите, пройти эту игру на рейтингах Трилби абсолютно реально. Ну, особенно в костюме Ниндзя. Что уж тут говорить. Он значительно все облегчает. Ну и итоги миссии. Ну, соответственно, есть же, да, можно вот миссии проходить, мы говорили, четырьмя, на 4 рейтинга C, B, A и 3B. Ну вот, в зависимости от того, какой рейтинг у вас по итогам кампании всей, тут разный текст. Ну, в данном случае мы прошли идеально, поэтому тут 3B сам себя не похвалишь, никто не похвалит, говорит, что, ну, кампании просто шансов не было. Ну, правда, понятно, что кампания слишком сильна, и она будет меня искать. Поэтому я забронировал себе билет в Лондон и как бы в качестве отпуска буду грабить в провинции старинные, плохо защищенные особняки. Самое то, чтобы немного развеяться. На самом деле это не что иное, как такой пролог к следующей игре в этой серии. Потому что у этого вот автора этой игры он создал несколько игр, объединенных общей сюжетной линией, в том числе там еще несколько с участием Трилби. Но они адвентюры, то есть такой квест. Да, но во-вторых, ну они, то есть сначала были созданы адвентюры, а уже после них была в качестве приквела создана вот эта игра. Как бы в другом жанре. Таком. В экшене. В жанре стелс-экшена, можно сказать. Ну, собственно, что еще добавить? Добавить только одно. Впереди Challenge of Master Chief. Ну, не обещаю, что этот ролик появится быстро, поскольку это свершение из тех, которые даются нелегко. Но, тем не менее. Ну, кстати, вот тут говорится, что если все удастся, то я добуду себе новый костюм. Ну, он имеет в виду вот этот костюм Golden Boy, в котором Трилби вот прямо сияет. Ну, на самом деле, это как бы чистая декорация, то есть функционально он ничем не отличается от просто серого, от чего-то такого. То есть такие. Ну, они просто не дают. Ну, это просто вид другой, да? То есть тут есть два костюма, которые сильно влияют на прохождение, ну, по сравнению с исходным. То есть первый это вот этот Black Rain, который делает нас менее видимым. И Lazy Sun.
который делает нас более видимым. То есть теперь нас в полной темноте видно только если мы прижаты к стене. А в полумраке нас видно всегда, и на свету нас видно всегда. То есть это такой как бы костюм, чтобы самому себе усложнить жизнь, устроить челлендж, ну вот, что такое. То есть на рейтинге Трилби в таком костюме пройти, это я не знаю, как надо заморочиться. А без рейтинга Трилби, да, можно пройти, то есть я несколько миссий играл из любопытства. Ну там приходится, конечно, тазером орудовать, что называется, направо и налево. Но в целом это реально. Конечно, тревоги поднимаются одна за другой. Ну, на этот случай у нас есть вот, во-первых, вот forgetfulness, то есть количество тревог со временем. Ну, количество поднятых тревог уменьшается. То есть у нас, как вот скажем, у нас был запас тревог, что мы могли 5 тревог за миссию поднять. Вы одну подняли. Осталось 4, но какое-то время тревог не поднималось, опять можно 5 поднять. То есть, на самом деле, там действительно можно вот отсидеться где-то в темноте. Ну, конечно, время, ого-го, какое, но интересно, как бы, да. Ну, вот хороший очень, вот, reasonable doubt. Увеличивает, как бы, время, которое мы можем пребывать в поле зрения охранника. То есть тут вот очень часто вот вы можете видеть, как я действительно показываюсь на глаза охранникам и там успеваю или спрятаться, или на другой этаж перепрыгнуть, а они тревогу не поднимают. Это благодаря этому апгрейду. То есть без него у нас было бы примерно вдвое меньше времени, пока нас. То есть там или действительно очень быстро надо спрятаться, или быстро тазить, иначе будет тревога. Не все так просто. Ну, то есть я же говорю, что вот идеальное прохождение уже требует прокачанности. Ну вот бывает, скажем, вот на прошлой миссии, на шестой, там такой сейф стоял, мы к нему кувыркались через вентиляцию, а там еще лазерный луч туда-сюда бегает, и надо было открыть сейф и выйти, пока луч нас не достал. Вот это тот случай единственный, когда очень жалеешь, что у тебя есть этот апгрейд. Ну что он упрощает взлом сейфа, упрощает за счет чего? Что те барабаны в сейфе, которые надо как бы вот успеть там продеть, не знаю, как это называется, отмычку или что бы там. Вот эти диски, они медленнее вращаются. То есть да, в них легче попасть там в прорезь становится, но в итоге они медленнее вращаются, а скорость лазера она же не уменьшается, и он можно, да, сам себя подловил. То есть тоже вот одна из засад прошлой миссии. Ну, с ней можно бороться. Все-таки это не смертельно, то есть надо просто тщательно подбирать время. То есть скилл интенсивность. Неудача, как в случае с электрощитком, а именно скилл интенсивность. Ну что ж, на этом, я думаю, седьмую серию мы закончим. Кампанию мы прошли с рейтингом 3, идеально. Осталось последний бой, трудный самый, марафон. До скорой встречи. Как сделаю марафон, выложу, вы узнаете об этом первым. Так что не переключайте канал. Всем успехов. Гератан, конец связи.